целая команда мигающих котиков. Привет, дорогие друзья, вы на канале Милогейм, и это котик Том и его питомцы. Ой, наш котик опять замерз, ребята, и у него, кажется, опять насморк. Ну и холода у него здесь, такая вьюга нападает. И наш котик Том, кажется, уже устал от холода и решил поехать в теплый край полететь. Кого же он с собой возьмет, ребята, сейчас посмотрим. Но сначала нужно вылечить, конечно же, насморк у нашего котика. Так, микстурку держи себе, 2 ложечки, они тебе помогут. И отлично, наш котик опять здоров. Да, Том, ты у нас быстро лечишься. Кого же ты возьмешь из питомцев в теплый край? Давайте-ка возьмем Флипа, ведь он птичка, которая живет в теплых краях. И я думаю, что он очень соскучился по солнышку, ребята. Посмотрите, как он радуется, довольный Флип, что он наконец-таки полетит с котиком Томом в теплый мир. Да, Томик у нас запрыгивает, и в санях полетели они вместе с Флипом на пляж, ребята, на пальмы. И вот уже здесь он, но здесь его ждет звезда баскетбола. Том очень давно хотел встретиться со своим кумиром. Это суперзвезда, Том баскетболист. Он очень известен по всему миру, ребята. Посмотрите, у него даже звездная болезнь. Так дело не пойдет. Зазвездился Том, звезда баскетбола. Но наш котик Том, посмотрите, уже спарился малыш. Нужно срочно его переодеть в что-нибудь полегче, что-нибудь такое легкое. И он будет играть со звездой баскетбола, супер котом Томом спортсменом. Будет играть в баскетбол. Он будет его учить, как правильно забивать мячи. И вот такую мы ему расцветочку сделаем котику Тому. Он у нас будет леопард, который уже немножечко подзагорел на солнышке. А пока наш котик Том наряжается, мы, ребята, посмотрим ваши комментарии. В прошлом видео, ребята, была спрятана кошечка Анжела. И она спряталась за креслом у Тома первого. И вот, ребята, ваши комментарии. Молодцы, мои дорогие. Привет вам от 2 котиков. От суперкотика-спортсмена-баскетболиста и от маленького Томика, который только еще учится играть в баскетбол. Вы мне прислали комментарии ВКонтакте в группе, в лайке и в сообществе. Спасибо, мои дорогие друзья. Продолжайте в том же духе. И вот адрес лайка, ребята, куда можно отсылать ваши комментарии с пасхалочками. И в этом видео, друзья, тоже будет пасхалочка. Золотая медаль супер кота Тома баскетболиста. Он ее куда-то положил и не может найти. А ведь она для него очень-очень дорога. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, в лайки, и можете в группе ВКонтакте в сообщения присылать. И можете, конечно же, еще писать в сообщество. Ну что, наш котик Том уже нарядился. Посмотрите, какой у него красивый костюмчик. И уже поучаствовал в батле. И выиграл его. Отлично. Ему уже не терпится научиться играть в баскетбол. Какие же они озорные вместе с Флипом. Такие довольные. Ну давайте, ребята, научим нашего котика Тома малыша играть в баскетбол. Так же, как это делает супер крутой котик Том. Мастер баскетбола. Тем более, ребята, у нас такие прекрасные золотые мячи есть. Я думаю, такими мячами будет очень приятно играть. Ну что, начнем. И наш котик Том уже начинает забивать свои первые голы баскетбольные. Давай, давай, Том. Ой, и у него сломалось кольцо баскетбольное. Ну, котик Том, ты даешь. Не успел начать, и уже кольцо сломалось. Ну, давайте, ребята, чинить. Чиним, чиним мы. Ну, Томик, ты даешь. Давай-ка поаккуратнее забивай свои мячи, чтобы больше у нас не ломалось кольцо. А супер спортсмен-баскетболист котик Том уже 53 забил гола. Какой же он крутой. И сейчас он будет, ребята, крутить рулеточку. У него уже почти полная звездочка набралась. Осталось совсем немножечко. Так, котик Том тоже продолжает забивать голы. И вот они, шарики, ребята, у обоих котиков. Отлично. Крутим, крутим рулеточки и смотрим, что же попадется нашему суперкоту и котику Тому. И котику Тому малышу попалась повязочка. Это первый из
составляющих костюма баскетболиста. Отлично, он очень рад, ребята, отлично. У котика Тома, суперспортсмена-баскетболиста, уже есть полный набор. Ведь он очень давно занимается баскетболом и давно уже его выиграл. А у котика Тома все впервые, и поэтому он очень рад. Даже небольшой повязочки на голову, он очень довольный. И продолжает забивать свои золотые мячики. И опять сломал кольцо. Ну, Том, ты даешь. Ну что, ребята, чиним-чиним. Чиним-чиним. Так, починили. Ну что, Томик, продолжаем играть, учиться. Что такое, Том? У тебя пальчик болит. Ну вот, ударил палец. Да, такие мячи баскетбольные очень тяжелые, поэтому ими можно ударить пальчик. Ну, пойдем лечиться, раз такие дела. Действительно, пальчик у котика Томика очень сильно покраснел. Нужно срочно его помазать специальной мазью. Флип жалеет котика Тома. Бедняга наш котик. Ну что, пойдем лечиться? Да, хорошо иметь питомцев. Они могут тебя пожалеть, когда у тебя что-то болит или просто что-то не получается. Давай-ка помажем пальчик. И все будет прекрасно. Отлично. Пальчик наш больше не болит. А это значит, можно продолжать играть в баскетбол. Запинываем голы. Закидываем их. А у котика Тома супер. Спортсмена звездочки попались. Покрутил колесо. И он, ребята, уже все свои золотые мячики закинул и обычный закидывает. И скоро у него, кстати, уже 100 голов будет. А котик Том, малыш, опять крутит рулеточку, ребята. Что же ему на этот раз попадется? Это костюм. Ура, Томик. Он будет очень рад этому. Так, смотрим. Да, вот он костюм. Очень красивый. Томику нашему очень пойдет. Сравним сейчас, как на маленьком котике Томике смотрится этот костюмчик и на большом. А суперспортсмен наш уже 100 голов забил и фейерверк в эту честь. Молодец. Вот такие, ребята, у нас спортсмены. Малыш котик Том и большой Том, который у нас, ребята, зазвездился. Ну-ка, давайте-ка мы его полечим от этой звездной болезни. Нужно что-то делать. Будем, ребята, выбивать из него звездную болезнь. И ну-ка, айда-ка лечиться, нечего тут нос задирать и гордиться. Даже если ты супер-проф в каком-то деле, сильно зазнаваться не стоит. Так что вперед, лечиться. А котик Том маленький опять кольцо сломал. Ну ты даешь, котик. Как же ты сильно хочешь научиться играть, аж все кольца у нас ломаются. Починили кольцо и продолжаем забивать голы. А вот и лекарство от болезни для нашего суперспортсмена. Вот такая прикольная перчаточка и пугалка для котика Тома. Отлично, все, наш супергерой в полном порядке. И он, кажется, проголодался, но больше всего проголодался у нас, ребята, Плюх. Он уже хочет покушать тортик. И наши котики отправились на кухню. У них очень много еды. И сначала мы, конечно, полезную еду им дадим, как настоящим спортсменам. Это яблочки, киви, бананы и апельсинчики. Все очень полезно и очень много витаминов в этих продуктах. А Плюх уже скушал вишневый тортик и покраснел. Плюх, тебя даже не видно. Ты сливаешься с холодильником в таком цвете. У черного котика супер-баскетболиста фейерверки. Это значит, что был прекрасный смузи им выпит. Так, и продолжаем делать смузи с маленьким котиком Томом. Это смузи с превращением. И котик Том одел свой теплый костюм. Том, ты что, по нему уже соскучился? Только что из зимы прилетел и опять нарядился в свою любимую шапочку. Мне кажется, этот костюмчик Томику очень нравится. А большой котик Том мешает суши и морковку. Сердечки на черном фоне. И невкусно получилось. Ой, а у Тома какой-то красный смузи. И еще он смешивает несколько смузи будет у котика. И большой котик тоже смешивает мороженое и инжир. Прекрасные звездочки, ребята. Мне очень нравится цвет этого смузи. И реакция тоже просто замечательная. А котик Том маленький догнал большого кота Тома и стал огромным. Прикольный у нас леопард, ребята. Очень большая голова.
Следующий смузи, друзья. Смешиваем. А котик Том выпил смузи с клубничкой и стал мигающим. Прекрасно. Большой котик тоже, ребята, сейчас выпьет смузи с клубничкой. Неужели они будут оба мигающие? Да, ребята, какое совпадение. Наши котики мигающие. Вот такие прикольные баскетболисты мигающие. Целая команда мигающих котиков. Это что-то с чем-то, ребята. Ни разу не видел двух котиков, большого и маленького, и чтобы еще и мигали одновременно. Молодцы, котики. Хорошее нам шоу сегодня устроили. Ну, держи еще одну смузи тебе. Ой, и он перевернулся кверх ногами. Еще и летает. Так. Флип попросил мороженое и немножечко охладился, ведь у нас очень жаркий денек. Денек на пляже, друзья. И Плюха теперь угостим. Плюх, а что хочешь ты, Плюх, выбирать? Что же ему скушать кверх ногами? Очень удобно есть, Плюх, или не очень удобно? Я думаю, что не очень-то удобно кушать кверх ногами. Ну, раз наши питомцы хотят, пусть экспериментируют. И Томик дает смузи Флипу. И Флип стал красивый, тоже красный, такой же, как и Плюх. И наш большой котик, ребята, простыл, съел мороженое, и у него появился насморк. Вот так, друзья, даже суперспортсмены иногда болеют, и у них бывает насморк. Ведь они такие же обычные и также болеют, ребята. Лечим нашего котика суперспортсмена. Давайте-ка поставим ему укольчик. Я думаю, что ему он не повредит, тем более он так сильно чихает, чтобы он не заразил нашего маленького котика Тома. А Том уже отправился на горшок делать свои важные дела. Готово! Супер спортсмен здоров, а котик Том наряжается в костюм плавательный. Сейчас, ребята, они пойдут нырять с аквалангами в прекрасное теплое море. Весело проводить время, ведь они, ребята, подружились и стали очень хорошими друзьями. Прекрасные каникулы у них будут на этом теплом острове. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения и увидимся в следующем видео. Пока-пока. На канале Мила Гейм много интересных видео про котика Тома, погоню героев, Том за золотом, Бубу. Переходите на канал, ребята, и смотрите остальные видео.